А, вот дверь, наверное. Мы сделали какие-то выводы. Ну, а так понял, миссия еще не закончена. А что? Что мы выучили? Что-то мне сдается, что мы не выполнили еще миссию. Продолжаем искать. А, черт. А что ж теперь ты не телепортируешься? О, какой же я слепой. Да. Так. Есть ли тут еще, чтобы я мог найти? К этому вдали не видно. Я могу залезть в ту дыру? Я знаю, что находится за этой дырой, но тем не менее. Не, сейчас не могу. Соответственно, надо найти... Я бы мог еще... разведать. Значит, идем сюда. И смотрим. А, вот. Мы определенно что-то нашли. Угу. А здесь потайной... Вот. Нет. Значит, у нас трамвайное депо. Так. Эх. Будем бегать. Что ж поделать? Миссия на разведку, а не на экшен. Так, а что у нас тут?
ничего. Помню, за Роксом мы тут за время нужно было расклеивать постеры. Забавно была мини-игра. А я тут в Сумочном городе были очень много забавных мини-игр. Так. Наверное, нужно найти выходы. Помимо четвертого. О, так, что-то здесь. Тут определенно что-то есть. Вот. Ага. Само это место, значит. Все, у тебя миссия завершена точно. Я бы не согласился, что там много людей ходит в той точке. Насколько я помню, там была свалка мусора, которую мы крушили. Хотя миссия завершена, и можно идти и съесть мороженку. Я, конечно, ни с кем, кроме Акселя, мы мороженку не едим. Так, ну-ка прыгни. Я прыгаю круче, чем ты. Угу. Ура! Наконец, я получил то, что я хотел. Теперь, надеюсь, что жизнь будет удачная. Угу. День 13. Работа, которая должна быть сделана. Ну, точнее, тут имеется в виду не работа, а это... Это там поручение. О, сегодня у нас Лексайус. Угу. Ну, тем не менее, все равно. Надо бы сохраниться. Почитать файлы. В дневнике нет новой записи интересной. Посмотрим на профили. Так, вот у нас растеницы. Эти маленькие растениевые
бессердечные проросли в землю. Они стреляют издалека с помощью семенной пушки. Которая может быть обращена против других врагов хорошо, ну, в общем, правильным исполнением блока. Или даже использована, чтобы уничтожить растение само по себе. Значит, атаки, базируемые на цветочки, как и их семена, могут ослепить тебя. Что заставит твою атаку промахнуться. Ну. Так, и это у нас одержимость. Точнее, одержимый. Чистокровных бессердечных, которые медленные и в основном слабые. Но он может прикрепиться к целям это и выкачать их жизнь. Кстати, единственный раз, когда мы его встречаем, это когда он вселяется во врата во второй части. Тут он довольно распространен. Можно было видеть. Так. Ну, вот этот кусочек, видимо, у нас вышел не очень интересный. Так, ну, так, ну что ж, сейчас пойдем на миссию.